вітаю вас у прямому ефірі. Програма «Лікар онлайн» розпочинає свою роботу саме для вас. Ми з'являємося на ваших екранах, аби дати можливість поспілкуватися у нашій програмі із запрошеним фахівцем у нашу студію, який приділив нам час. Тож, давайте познайомимося. Експерт з питань професійних патологій Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації, завідувач відділення профпатології та реабілітації багатопрофільної лікарні «Віта-центр» та кандидат медичних наук пані Вікторія Тяла. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Добрий день, глядачі. Тож, якщо за темою нашої програми говоримо сьогодні ми про професійні захворювання, про їх комплексне лікування у Віта-центрі, зокрема, якщо у вас будуть запитання, то тоді ви можете ставити їх за двома зручними для вас способами. По-перше, ви можете долучатися до нас за номерами телефонів, які просто зараз ви бачите на своїх екранах, 720-48-48, а також для зручності мобільний номер телефону 094-93-63-015. Або ви можете підключатися до соціальної мережі Facebook, дивитися нашу пряму трансляцію там і ставити свої запитання пані Вікторії у коментарях. Я обов'язково їх озвучу. Якщо у вас будуть запитання, які ви не хочете озвучувати під час прямого ефіру, то тоді вам стане у пригоді мобільний номер телефону, який я озвучу на завершення нашої програми. Будь ласка, на всі ваші запитання вам нададуть відповіді. Тож, пані Вікторія, давайте перейдемо до теми нашої сьогоднішньої розмови – відділення профпатології та реабілітації. Розкажіть, чим ви займаєтеся, хто до вас може звернутися, які основні проблеми, запитання ви вирішуєте, допомагаєте пацієнтам? Отделение профессиональной патологии многопрофильной больницы «Вита-центр» занимается в первую очередь это экспертиза трудоспособности трудоспособности работающих во вредных условиях с общесоматической патологией. Также это ранняя диагностика профессиональных заболеваний, это диспансерное наблюдение, лечение инвалидов труда. И для установления связи заболевания с профессией мы направляем в высокоспециализированные медицинские учреждения. В данном случае это является Украинский институт промышленной медицины город Кривой Рог, это курирующий нашу область, а также Институт медицины труда Академии медицинских наук Украины, город Киев. Скажіть, будь ласка, які захворювання найчастіше у нашому регіоні зустрічаються на вашому шляху як профпатологія? Ежегодно в нашому регіоні регіструється около 100 професіональних заболівань, вперше встановлені. Як і во всьому світі, наш регіон не виключення, 70% професіональних заболівань – це заболівання бронхолегочної системи. Что туда относится? Это токсикополевой бронхит, пылитоксический бронхит, различного вида пневмокониозы, силикозы, профессиональный туберкулез у медицинских работников. На втором месте это заболевания периферической нервной системы. Это вибрационная болезнь, радикулопатии, деформирующие артрозы, вегетосенсорная полинейропатия. Всегда на любом рабочем месте, как правило, в 90% идут большие шумовые нагрузки. Поэтому очень распространенной является двухсторонняя нейросенсорная тугоухость. Есть и очень специфические, уникальные, я бы сказала, профессиональные заболевания. К ним относится хроническая интоксикация фтором. Это у алюминщиков алюминиевый комбинат, к сожалению, который прекратил свою деятельность. Так называемый флюороз и также марганцевая интоксикация. Это основные. Можно сказать, что в основном это регистрируется у мужчин, в меньшей степени у женщин. Как правило, во вредных условиях больше все-таки процент мужчин. Возрастной ценз, когда выявляется профзаболевание, как правило, колеблется от 40-45 лет и до свыше 60-65. Это наибольший процент выявляемости профессиональной патологии. Как правило, это уже стажированные рабочие, свыше 10 лет. Ну, вообще-то, средний такой вот стаж работы во вредных условиях
это свыше 20 лет, 25-35. Ну, на моем пути встречался вот такой человек, который 47 лет отработал на одном рабочем месте. Это единственная запись в его трудовой книге. Это был кузнец Днепроспецстали. Поэтому такие герои у нас имеют место быть. Пані Вікторія, у нас на лінії є телефонний дзвіночок. Це означає, що глядач хоче поставити вам запитання. Алло. Алло. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як вас звуть, як до вас звертатись? Звертайтесь до мене, будь ласка, Регіна. У мене таке запитання. Як саме можна довести, наприклад, як охоронний працівник, і пов'язана моя робота буває з підняттям дуже важких каструль, ми переносимо їх з плити на плиту. Також у мене дуже погано стало з венами на нижніх кінцівках. Як взагалі можна довести, що ці всі захворювання, які хронізувалися в мене і дуже-дуже важку форму набули, опущення матки, таке інше, що це саме через мою роботу. Дякую. Дякую за запитання. Отвечаю на ваш вопрос. Ну, в первую очередь, существует список профессиональных заболеваний. Он утвержден Кабинетом министра Украины. В этот список, из того, что вы перечислили, если у вас ставился когда-либо диагноз радикулопатия пояснично-крестцовая, да, она входит в этот список. Все остальное, к сожалению, да, это заболевание, тяжелое их течение у вас, но оно не относится к списку профессиональных заболеваний и считается общесоматическими заболеваниями. Как все-таки, как подтверждаются сами профзаболевания? Предоставляется, вас принимали на работу, вы периодически проходите медицинский периодический осмотр, все фиксируется записи специалистами. Вы могли активно обращаться по тем или иным нозологиям. И поэтому нужно предоставить всю медицинскую документацию. Это данные профосмотров, это ваша обращаемость за весь период работы вашей профессии, подтверждение трудовой книжки, что вы действительно работали. И мы делаем запросы в санстанции нет, сейчас это Державная служба праці. И на основании аттестации любое рабочее место, оно подлежит аттестации. На основании аттестации рабочего места составляется за весь период аттестации, составляется санитарно-гигиеническая характеристика, в которой должны быть отражены вот те процессы, которые вы говорите. Это поднятие тяжести, превышение по нормам. И в этом случае мы вас обследуем, дообследуем и направляем опять-таки в институт на специализированную комиссию, которая и решает вопрос установления связи заболевания с профессией. Дякую вам за відповідь, пані Вікторія. Ще у нас є запитання в соціальній мережі Facebook. Пані Галина його ставить, переходжу на мову оригіналу. Где можна посмотреть список заболеваний, входящих в професіональне? Это постановление Кабинета министров 1662. Там великий перелік. Да, большой. В яких галузях в основному? Там вот как раз и указано не только перечень, он привязывается и в тех же, в каких отраслях данное заболевание может встречаться. Потому что, ну, не всегда, казалось бы, есть в списке. Но если это не будем говорить, все-таки не то производство, опять-таки его нельзя привязать. А в этом постановлении в списке четко указано само нозология, их шифр по МКБ-10 и указана та отрасль, в которой оно встречается и в каких профессиях это встречается. У нас по Запоріжжю перевагу мают, напевно, промислові підприємства, так, по звертанням до вас? Основная масса профзаболеваний регистрируется у нас Запоросталь, это шахта, город Днепрорудный, действительно тяжелые условия, не всегда удается технически исправить их. Много также заболеваний коксохим, огнеупорный завод, ферросплавный завод, это крупные наши промышленные гиганты.
Скажіть, яким чином взагалі людина може потрапити до вас конкретно на прийом? Це робиться за результатами професійних оглядів, чи просто от, я маю якусь патологію, хочу дізнатися, чи можу я це підв'язати під умови праці і приходжу до вас? І так, має місце бути. Человек действительно, он, работая во вредных условиях, ежегодно проходит периодические медицинские осмотры. Это все отражено в заключениях, которые дается и не дается допуск к работе. Не даваться допуск к работе может по двум причинам. Первое – это выявление каких-то признаков профессионального заболевания. Второе – это общесоматическая патология. Например, чаще всего очень такие, будем говорить, сложные ситуации развиваются по заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Это гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца с нарушениями ритма, которые ограничивают деятельность, и они, вот шум, разные вредные факторы, вибрации, они могут негативно отразиться на течение этой заболевания, поэтому в этой ситуации должен очень быть тщательный подход к данной ситуации. Все это просматривается индивидуально, все это прописано в нашем самом руководстве, это 246-й приказ, от 2007 года, где все это прописано, когда человек отстраняется, когда что делается, что зачем, какой порядок проведения этого всего. Поэтому пациент может попасть как с периодического медосмотра, когда ставится передо мной, как перед профпатологом, задача, может ли он продолжать работать или не может. Или, например, ставится задача, начальные признаки выявили. Вот, иногда есть такие заболевания, как тот же пневмокониоз, силикоз. Активных жалоб больной может и не предъявлять. Но мы делаем флюорограмму, видим изменения в легких, расширено, идет углубленный уже профосмотр, и тогда мы уже начинаем решать все проблемы с этим пациентом. А также может семейный врач направить, может самостоятельно обратиться. Я ежедневно принимаю в 332-м кабинете многопрофильной больницы «Вита-центр» с 9 до 11. Также на базе ВИТА-центра открыто стационарное отделение на 24 койки, прекрасные условия. Пожалуйста, на консультации, пожалуйста, пролечиться, оздоровиться. Всегда будем рады. Є в нас дзвіночок на лінії. Алло. Алло. Алло, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як можна до вас звертатись та яке у вас запитання? Меня зовут Полина. Вопрос у меня связан с учительской деятельностью. В связи с работой очень часто пропадает голос. Это постоянные ларингиты, это воспаление надгортанника. И в течение этого учебного года потеря голоса была 7 раз. И чем чаще, тем надольше пропадает он. Последний раз голос останавливался по 1.5 месяца. Может ли сейчас стоит провести какое-то, не знаю, анализное выявление патологии или еще чего-то? Может быть, я просто профнепригодна в данном направлении? И я знаю, что раньше в советское время проводилась подобная процедура, и изначально, да, студентам или ставили, да, допуск к учительской деятельности, либо же нет. Сейчас подобная практика сохранилась, и подскажите, пожалуйста, как вот мне быть в моей ситуации с подобным вопросом. Спасибо. К сожалению, подобная практика не сохранилась. Скажите, какой стаж работы, мне бы интересно было услышать. Ну, давайте даже не отталкиваться от стажа работы. Первое, что я вам скажу, что ваше заболевание входит в список и входит в вашу профессию и является профессиональным заболеванием у учителей. Это один момент. И нужно, если вы принимались на работу, у вас не было никаких симптомов этого заболевания хронического, сейчас вы говорите, что заболевание прогрессирует, ухудшается,
имеет смысл прийти ко мне на консультацию, показать всю медицинскую документацию, и мы сделаем выводы, можете вы работать, не можете, и что, если вы даже не можете работать, то тогда это расценивать как подозрение на профессиональное заболевание и уже собирать необходимую медицинскую документацию, направляем вас в институты профильные и решать все ваши вопросы. Які можуть бути от вирішення цих запитань, якщо... Рішення може следующим бути, що дійсно дальніша учительська діяльність не зовсім буде правильна, тому що це буде вести к ухудшенню состояния здоров'я. И поэтому решение может такое, если будет установлена связь заболевания с профессией, пациент затем направляется на МСЭК, определяется процент потери трудоспособности в данном случае, и осуществляются выплаты, гарантированные нашей страной через фонд социального страхования. И вы должны, видимо, поменять вашу профессию, не связанную с постоянной такой голосовой нагрузкой. И я думаю, что вы социально адаптируетесь, есть много вариантов удаления, будем говорить, какие-то подготовка кого-то. То есть вам, конечно, лучше будет работать по какому-то индивидуальному графику или в каких-то условиях, именно которые не будут влиять на перенапряжение вашего голосового аппарата. Пані Вікторія, розкажіть, будь ласка, які в цілому основні задачі лікаря-профпатолога? Що входить в ваш функціонал? Чим допомагаєте? Перша задача – це правильно оцінити состояние здоров'я больного, який проходить періодичні медосмотри, рішити його вопроси трудоспособності, затем виявити на начальних стадіях професіональне заболівання, не усугубляти цей процес. И еще одной из важных задач – это все-таки разработка лечебных и профилактических мероприятий, которые нацелены на уменьшение профессиональной заболеваемости. Угу. Вы сказали, что в стационаре есть места. Да. Если люди остаются на стационаре, то что они получают? Если люди госпитализируются к нам на стационар, они принимают лечение. Если это профессиональные инвалиды, они согласно прописанных стандартов лечения. Лечение компенсируется инвалидам труда фондом социального страхования полностью. Все лечебные препараты. И затем они принимают физиолечение довольно хорошее, в том числе и современная ударно-волновая терапия. И в целом, я думаю, что наступает процесс их оздоровления, и я думаю, что мы сохраняем тем самым их трудоспособность и здоровье. Я думаю, що у цьому запитанні значну роль грає саме діагностична база, діагностика захворювань. Розкажіть, будь ласка, про цей аспект і в цілому, чи можна попередити та вберегти себе від професійної патології? Напевно, потрібно знати, які ризики ти маєш у своїй професії. В ВИТО-центре действительно довольно серьезная диагностическая база. Практически имеется все тот функциональная диагностика, которая нам способствует ранней диагностике профессиональных заболеваний. Опять-таки для тех же вот общесоматических заболеваний мы можем провести все методы исследования, лабораторные, функциональные методы. Это и доплер, дуплексное сканирование, это и электромиография, реовазография, рентгены разной сложности, компьютерная, УЗИ-диагностика. Для функционала очень довольно насыщенный, много узких специалистов, их в достаточном количестве, без особых проблем мы можем направлять, если нам нужна консультация, в общем-то, в каких-то вопросах. Поэтому, как себя уберечь от профзаболевания, мы стараемся, если вот выявляем какие-то противопоказания работы во вредных условиях,
И такие предприятия, как в частности «Запорожсталь», они обязательно оплачивают углубленные профосмотры медицинские. То есть это уже совершенно другой уровень обследования, это глубже. И ну, все должны до конца понять, почему человек все-таки может работать или же окончательно он не может. И нужно его переводить на работу, не связанную с вредностями. Но работа, не связанная с вредностями, она может предполагать снижение заработной платы. Она может предполагать, когда человек не доработал свой льготный пенсионный стаж. Поэтому это очень такой социальный вопрос, к нему нужно подходить. Ну вот руководители, в частности, «Запорожстали», я не могу, действительно, очень к этому подходят так основательно. Угу. И мы давно уже по этому поводу с ними работаем. У нас есть звонок на линии. Алло. Алло, здравствуйте. Витаю. Скажите, будь ласка, как вас звуть? Ставьте запитання. Меня зовут Андрей, я по профессии электронщик, в связи с этим большое количество времени провожу сидя в согнутом состоянии, и из-за этого нередко мучают боли в шейном отделе. Хотел узнать, как с этим бороться, что делать, и еще вопрос, хотелось бы еще узнать, какие еще могут быть заболевания по данной профессии. Ну, во-первых, если действительно вы в вынужденной позе, я бы вам порекомендовала все-таки соблюдать режим труда и отдыха. Это прописано во всех профессиях, без исключения. И какие еще заболевания? Ну, в основном в вашей профессии это могут встречаться такие электронщик, ну, такие заболевания, как вегетососудистая дистония, какие-то невропатии, в зависимости, если в каком напряжении у вас плечевой пояс и руки, я так понимаю, эти заболевания имеют место быть. І стосовно, я хотіла, ну, запитала, точніше, ну, просто думаю, не дійшли до цього, чи взагалі можна попередити професійну патологію? В принципе, можно ее упредить, но для этого нужно, будем говорить, такое сотрудничество всех сторон. Первое, рабочий должен понимать, что он должен следить за своим здоровьем, активно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, уделять внимание, если даже какая-то патология выявилась у него, это не приговор, не приговор. Нужно четко выполнять рекомендации, которые тебе прописал врач. Опять-таки, это не догма от одного профосмотра и вот там где-то бегать, а потом прийти уже к каким-то негативным результатам. Если человек постоянно, ну, берем того же гипертоника, ведет дневник гипертоника, принимает гипотензивную терапию, консультируется как с своим там, терапевтом, семейным врачом, так и с кардиологом. Конечно же, мы упреждаем дальше развитие этого заболевания. Тот же, допустим, заболевание периферической нервной системы, радикулопатии. Да, тяжелый физический труд. Но если человек, опять-таки, выполняет рекомендации невролога, оздоравливается медикаментозно, ездит в санаторий, там проходит какое-то лечение. Я думаю, что это можно и упредить, и притормозить, и дать возможность человеку дольше вести вот активную, нормальную трудовую деятельность в свою жизнь. Пані Вікторія, розкажіть, як відбувається процес відсторонення людини від праці, якщо вже встановлено, що профпатологія дійсно наявна? Як правило, інститут встановлює професіональне заболівання. Затем собирается комиссия и расследует это, причины этого профзаболевания. Комиссия в составе специалистов фонда социального страхования, охраны труда того предприятия, где это произошло, представители медучреждения, которые проводили периодический и предварительный медосмотр, и, конечно же, это Держпраця. Это, ну, может, для кого-то не совсем понятно, назовем так, это санстанция. Сейчас она преобразовалась.
И вот расследуются все причины, делаются выводы, что нужно, техническое какое-то устранение, там, виброгасители, там, снижение шумовых нагрузок и так далее, и так далее. И также лечебные мероприятия, чтобы больше не допускать таких случаев на этом рабочем. Но не всегда они, конечно, выполнимы. Если опять-таки направляется на МСЭК, определяется группа инвалидности или проценты потери трудоспособности, если предприятия, многие промышленные наши гиганты, они имеют возможность принимать на работу, и созданы такие места для инвалидов труда. И они их переводят на эти места рабочие, люди продолжают активно трудиться, но уже в невредных условиях. Если такой возможности нет, выплаты и все, они позволяют переквалифицироваться пациенту, найти себе достойную работу, опять-таки не связанную с вредными условиями труда. Поэтому все люди, независимо, инвалид первой группы, второй, третий, нет такого понятия рабочая-нерабочая группа, они все должны быть, для них создаются специальные места, где они могут выполнять. Это все прописано в реабилитационных картах, кем они могут работать. И я думаю, что если есть большое желание у человека, он, конечно же, никогда не потеряет до конца свою работу. У нас звеночек на линии. Алло. Алло, алло. Да, добрый вечер. Вітаю. Як можемо до вас звертатися та яке у вас запитання? Меня зовут Олег, и у меня такой вопрос. Я по роду своей деятельности часто провожу время за компьютером и сажу глаза, возникают боли периодически. Я хотел бы узнать, может, что-то посоветуете, может быть, какие-то упражнения, потому как меньше проводить время за компьютером попросту не получается. Опять-таки нужно то, что я вам говорила. Хотите, не хотите, вам нужно проводить много за компьютером, но существует понятие режима отдыха. Вы должны каждый час хотя бы 10 минут, ну так, в идеале 15 минут, должны дать себе отдохнуть. Если вы этого делаете, ну, конечно, можно применять и очки разного, там, защитные. Но если вы этого делать не будете, естественно, не только зрение, ну, страдает, поверьте мне, и нервная система центральная. То есть идет и постоянно какие-то головные боли, тяжесть в голове, нарушается мозговое кровообращение. Поэтому я настоятельно рекомендую все-таки выдерживать режим труда и отдыха. Сделайте какую-то маленькую зарядочку, посмотрите, какие можно сделать, ну, такую ленивую зарядку хотя бы сделать, и вам как раз станет комфортнее. Давайте зосередимо зараз свою увагу на темі того, якщо людина хоче довести, що в неї дійсно професійна патологія, що потрібно їй із документації про собі мати. І дайте пораду тим, хто працює на вже завідомо таких гарячих, скажімо так, точках, так і щоб вони, можливо, збирали, тому що, можливо, все ж таки знадобляться якісь певні документи. Ну, в первую очередь, надо тщательно относиться к своей медицинской документации. Как правило, амбулаторные карточки пациентов хранятся в регистратуре. Но иногда и 50% практически документации может находиться на руках у пациентов. Очень важно для нас это все ваши обращения по поводу определенных заболеваний, чтобы мы могли проследить картину заболевания, как оно возникало, как оно прогрессировало, какие другие заболевания присоединялись. Обязательно данные периодических медицинских осмотров. Но с ними полегче, это мы все можем взять у того лечебного учреждения, которое, потому что они хранят эту документацию, поэтому это уже полегче сделать. Обязательно нужна трудовая книжка, удостоверяющая ваш трудовой стаж. И, конечно же, если это вредные условия, происходит аттестация рабочих мест. Мы, как правило, максимально нацеливаем, и это делает наша запорожская Держпраця, о том, что максимально задействовать все аттестации рабочих мест во всех профессиях, на всех предприятиях, потому что пациент может
переходить с одного предприятия на другое, менять специальности, переходить из одного цеха в другой. Допустим, он закончил высшее учебное заведение, стал мастером, начальник участка. То есть вот эти моменты все должны учитываться. И только когда сведутся все вот этих три документа основных, трудовая книжка, медицинская документация, выписка с лабораторной карты и санитарно-гигиеническая характеристика, тогда, просмотрев их, можно предварительно понимать, можно это заболевание связать или нет. И окончательный вердикт все равно устанавливается в профильных институтах. Да, в Кривой Рог иногда бывают такие случаи, что, учитывая сложность ситуации, документы могут направляться тогда уже в Киевский институт. Это головной институт страны, Центральная экспертная комиссия. Они могут привлекать смежные институты в сложных ситуациях. И уже их вердикт, в принципе, подлежит обжалованию, но это уже в судовом порядке. Угу. То есть это центральная, будем говорить, это центральная комиссия. Значит, звоночек на линии. Алло. Алло, алло. Здравствуйте. Витаю, вы в эфире. Скажите, будь ласка, как вас зовут, там можете ставить свое запитание? Меня зовут Тамара. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, заболевание кератокоз. Была сделана кератопластика, но зрение падает, и глаз имеет такую выпуклую форму, и это, лечение, очки никак нельзя подобрать, зрение падает. Скажите, такое заболевание предусматривает группа или нет? Ваше заболевание является общим заболеванием, и я думаю, что лучше на этот вопрос вам ответят это эксперты, это МСЭК. Для консультации вас лечащий врач может направить на комиссию профильную, и уже там вам точно ответят, попадаете вы под группу или нет. Угу, дякую вам. Хотіла б звернути увагу на те, що ви зустрічаєтеся з людьми, які можуть втратити потенційно своє місце роботи, свою професійну можливість, так? І це тяжкий психологічний момент. Розкажіть про цей аспект, чим ви керуєтесь, чи, можливо, є у вас якась така певна філософія, чи можна так сказати, стосовно вашої роботи? Да, вопрос очень сложный, он сложен и морально, и, будем говорить, и социально, и финансово. В первую очередь нужно, конечно, руководствоваться следующими принципами. Это тщательно обследовать пациента перед тем, как вынести какой-то вердикт. Пусть это будет амбулаторное обследование, стационарное обследование, консультации всех специалистов, которые мы должны полностью все взвесить. Относиться нужно, чтобы даже, да, мне приходилось быть в таких ситуациях и не раз, тяжело сказать человеку, что он уже не может работать, но это должна быть твердая, убедительная, доказательная база, что да, у вас будет ухудшаться в дальнейшем здоровье, что вам категорически нельзя работать в вашей профессии, что это наносит ущерб не только вашему здоровью, но может быть в некоторых ситуациях довольно опасным для окружающих, которые работают с вами, вплоть до смертельных каких-то историй. Поэтому, когда ты это все обосновываешь человеку и понимаешь, что... Я всегда в этих случаях говорю, что лучше вас видеть рядом, с вами будут родные, они вас видят живым, относительно здоровым человеком, или же иметь какую-то инвалидизацию, ухудшение резкое вашего здоровья и, конечно, не дай бог, но какой-то смертельный, такие случаи тоже имели место быть. Исход. Поэтому всегда перед тем, как вынести окончательное решение, есть иногда даже такие сложные ситуации, когда мы даже с этой вопросом направляем пациентам вышестоящие институты, и уже там окончательно принимается решение,
по поводу, это очень тяжело с трудоспособностью. Ну, я всегда пытаюсь доказательно, убедительно, вот со всеми вот этими выкладками, которые я произнесла, доказать человеку даже, ну, будем говорить, негативный такой результат, когда он пришел в надежде, допустим, что все-таки у него какая-то лучик надежды остался. Надо найти время, психологически разгрузить человека и подготовить, сказать, что жизнь на этом не заканчивается, приобретается другая профессия, и, может быть, это даже и лучше. У нас є запитання в соціальній мережі Facebook. Пан Олександр його ставить, переходжу на мову оригіналу. Недавно на базі Запорозької обласної больниці було закрите відділення профпатології. А як обстоять діла в Дніпропетровській області? І фінансують ли государство койко-место? Да, закрыто было отделение, но оно возобновлено уже потому, что профпатология, к сожалению, не вошла в пакет услуг НЗСУ. Это Национальная служба здоровья Украины. В Днепропетровской области на базе областной клинической больницы Мечникова развернуто 40 коек, и на базе 10-й больницы развернуто 60 коек. Ну, они продолжают функционировать, и я так думаю, что финансируется. Ще є дзвіночок на лінії. Алло. Алло, добрий день. Вітаю вас. Будь ласка, назвіться, як ми можемо до вас звертатись. Да, меня зовут Егор, и я хотел бы вот вашему гостю задать вопрос. Так, будь ласка, яке запитання у вас? Вы говорите сейчас про профпатологии. Мне вот интересно, каких специальностей это касается. Если честно, я вообще в первый раз слышу о том, что есть такие врачи в клинике, а не на производстве, не на заводе находится такой врач. Дякую за запитання. Каких специальностей? Всех, без исключения специальностей, их очень много, у нас не хватит эфира, тех людей, которые работают во вредных условиях. У них проходит аттестация рабочих мест, указывается перечень тех вредностей. Человек, когда поступает на такую работу, как правило, охрана труда предупреждает его о том, что он будет там работать. Поэтому перечень специальностей. Врач, профпатолог – это не цеховый врач, вы, наверное, немножко путаете. Ну, я думаю, стереотип есть, да, что профпатология – это завод одразу. Да, нет. Ну, к сожалению, у нас цеховая служба сохранена практически на единичных предприятиях, потому что, в общем-то, это довольно финансовая нагрузка на предприятия, и, как правило, все предприятия идут по пути меньшего сопротивления. Они заключают договор с лечебным учреждением и уже обслуживаются непосредственно с этим учреждением. Пані Вікторія, я вдячна вам за те, що сьогодні ви гостювали у нашій студії. Наостанок я хочу вас запитати, дайте пораду глядачам нашим, яким чином вберегти себе, своє здоров'я, якщо ти вже працюєш дійсно в таких умовах? Уважаемые зрители, даже несмотря на то, что вы работаете в тяжелых условиях, вредных условиях, нужно всегда сохранять оптимизм, радоваться жизни, каждому ее моменту, любить своих близких и, конечно же, быть здоровыми, стараться. Спасибо вам. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні з нами у прямому ефірі спілкувалася пані Вікторія Тяло, експерт з питань професійних патологій Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації, завідувач відділення профпатології та реабілітації багатопрофільної лікарні «Вітацентр» та, звичайно ж, кандидат медичних наук. І якщо ви хочете потрапити на прийом до нашої сьогоднішньої гості, то тоді вам стане у пригоді ось цей номер телефону, просто зараз перед вами на екранах. 067 762 5902. Будь ласка, телефонуйте і консультуйтеся, ви отримаєте всі відповіді на ваші запитання. Дякую, що були частинками нашого прямого ефіру. Побачимось. Стиль ведучої від салону краси Еліна. Телефон 099 07 53 233. Thank you.